Саженцы флокса столонного ариания, флокс столонифера эриен, используют для оформления поребриков, передних планов цветочных композиций в клумбах и миксбордах. Высота взрослого растения – до 30 см. Стебли ползучие, укореняются при контакте с грунтом и образуют сплошной ковер. Листочки ланцетно-округлые, яркого зеленого цвета. Цветение – весь летний период. Цветки до 4 см, белоснежные с желтым глазком. Флокс не требует сложного ухода, прекрасно развивается на солнечных участках, предпочитает бедные песчаные, хорошо дренированные почвы. Сорт морозостойк и при условии обильных снегопадов, не требует укрытия. Флокс столонный ариания – это травянистый высотой 15-20 см с типом роста, низкорослый. Цветет растение в месяц май, июль. Аромат у цветов слабый. Окраска цветка белая. Лист растения по форме узкий. Весной листва по цвету зеленая, летом листва зеленая. У растения нет шипов. Важно, что флокс столонный ариания пчелопыляемый, обои полый. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.